туда. Ти туди став? Я ходив. Дивіться, буде два питання до німецьких депутатів, потім одне до вас, одне знову до німецьких депутатів і три ще до вас. А можна по-русски? І три ще. Ну, нічого, нічого, так. По-німецьку, будь ласка. По-німецьку. А можна не так много? Давайте там какие-то самые основные на ваше усмотрение. Мы вам не будем указывать, естественно. Ну, на английском ставлю. А мне вообще не надо, я не буду. Не-не, Олег будет. Да, хорошо, ладно. Ну ты можешь представить? Я представлю, да. Да. Хорошо. А почему три камеры? Ну так. Первый, второй, третий канал. Кто перший буде відповідати? Давайте я вам сначала представлю, расскажу, да, что вот сегодня там тут и тут. Да, все готовы. Еще не всем петлички. Вот. Это CNN, это ARD, CDN. А Речь Посполита Польска. Это главное, Речь Посполита, даже без нее. Можно? Да? Сейчас, подожди, подожди. А вы что, прямое включение, что ли? Это же запись. Нет, это запись. Ну все. Это же запись. Окей. Okay. Все, да? Сейчас чекнем звук. Поговорите все, пожалуйста. Раз, два, три, раз, четыре, три, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, раз, два. Deutsch funktioniert auch. Да. Ну вот она. Можно, да? А мы, это самое, а где коллега? А где Ульрих делся? Ульрих где? Ульрих. Ульрих, come. Да. Come. Еще одну ребята. Да, давайте, подождите. Это нельзя скромничать, что это такое. Да. У нас делегация, один, это же идея вся. Это немецкие политики всех уровней. Понимаете? Европейского уровня, национального уровня и регионального уровня. Это же в этом же вся... Баварский. Тем более Бавария. Бавария это целая страна, у них ВВП больше, чем Украина. Да. 100% баварский. Да. Включите ему тоже. Да. Да. Да, так. Будет холодно долго. Да, холодно. Ну, кстати, региональный уровень очень важен, чтобы донести до простых немцев идеи не на большом, а вот именно на региональном уровне легче достучаться. У вас же многим плевать, что там говорят в Европарламенте, а то, что говорят в Лантаге, это важно. Да. Потому что у вас федерация настоящая. У нас вот Виктор Владимирович поддерживал федерализацию Украины. Его за это тоже дело пытались. Я не поддерживал, я поддерживаю. Я поддерживаю. Я продолжаю. Все? Все? Да, да, все. Можно, да? Дорогие друзья, сегодня, в эти дни, в Украине находится с визитом делегация немецких политиков, можно сказать так, всех уровней основных. Потому что у нас здесь представлен доктор Максимилиан Кра, который является депутатом Европейского парламента от Германии. Петер Быстрань, член комитета по внешней политике национального парламента Германии Бундестага. И Ульрих Зингер, член Ландтага, это региональный парламент Баварии, самой богатой федеральной земли Германии. И они вот как бы представляют все три уровня немецкой политики сегодня и европейской политики, приехали в Украину для того, чтобы посмотреть, какова ситуация здесь реальная с правами человека, со свободой СМИ. Они уже побывали, посмотрели ситуацию, как проходили выборы мэра Харькова. Сегодня они приехали встретиться с главой стратегического совета партии «Опционная платформа за жизнь» Виктором Владимировичем Медведчуком, провели с ним беседу, ну, дальше уже они сами все расскажут. Question. Why have you decided to visit opposition leader Viktor Medvedchuk in Kyiv? Is it a proof of his role in the Donbas peaceful process? We are here because Viktor Medvedchuk is a political prisoner. And the European Union spends a lot of money to the Ukraine, which is used for corruption and for war. And Viktor is the man who wants to end the war and who wants to save cheap energy and peace for the Ukrainian people. And I think that is worth to travel to Kyiv and to show everyone зовнішнім куратором. А для цього їм потрібно контролюючі органи, які вони створюють і насаджують за рахунок нашого. A man like him under arrest.
What is your general assessment of the legality of actions which makes Ukrainian government against Viktor Medvedchuk? And do you think that this issue should be in the focus in conversation between Germany and Ukraine and European Union and Ukraine? Look, I have a law practice for more than 10 years. I studied law and I practice in many European countries. And I just can say what is here doing against Viktor is just ridiculous. It is not law, it is politics, and it is political persecution of a man who just has another opinion. And so we don't have to talk about the legal aspects. It is just nonsense. So we have to talk about politics, and we have to make clear we are not willing to accept that behavior of the government. The European Union, and especially Germany, is always asking for people's rights, you know, for democracy. And what we see here is breaking the law, and it's completely against every legal standards in the European Union. So if the Ukraine would like to reach European Union, it shouldn't break those laws. And it, for us, it's clear that Viktor is a political prisoner, and he is a kind of Václav Havel of Ukraine. И Ульрих, может быть, по-русски, да, вот немножко отметите? По-русски. По-русски, можно. Я думаю, что мы все увидели в последние месяцы, как сложно самоизоляция. И еще хуже, если человек здесь на изоляции живет несколько месяцев. И это очень плохо, и мы надеемся, что будет диалог между Евросоюзом, Германией и Украиной, чтобы решить этот вопрос. Is there already a shift in attitude in Germany to Ukraine regarding to Donbas conflict? And do you think that the key to peace is not in Moscow, but rather in Kyiv authorities who try to delay the implementation of Minsk agreements? 75% of Germans want to have good relations with Russia, and they don't have very much understanding for what the mainstream politicians are doing. But there is still a way to go, because, I mean, for Ukrainians, the conflict in Donbas, this is their everyday business, and people know about it. But most of Germans would have a problem to look at a map and find where's Donetsk and where is Lugansk. So we have to make people more aware, we have to inform them more. But I can assure you, if people would understand what's going on here, they would be very angry on what the Ukrainian government is doing with the European taxpayers' money. Democracy is the will of the people. So let the people of Donetsk and Luhansk decide what they want. It shouldn't be decided in Kyiv. The people of Donetsk and Luhansk should decide if they want to belong to Ukraine, to Russia, or to be independent. That would be the real democracy. Віктор Володимирович, питання до вас. Як пройшла зустріч, які питання з німецькими депутатами ви встигли обговорити? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я благодарен немецким коллегам, которые нашли время сегодня приехать ко мне в гости с учетом тех условий и той ситуации, в которой я нахожусь. И с одной стороны, это политическая смелость, с другой стороны, это действительно позитивный разговор, который имел место, когда мы обсуждали те вопросы, которые интересуют сегодня парламентариев с Германии, представителей Европарламента, Бундестага, регионального парламента. Вопрос заключается в том, что Германия является ведущей страной в Евросоюзе, и Германия, так случилось, начиная с 2014 года, является членом нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе, по мирному урегулированию. И поэтому коллег с Германии в первую очередь интересовала не просто политическая и экономическая ситуация в стране. Их интересовала сегодня ситуация с тем, как обстоят дела на Донбассе. Является ли на сегодняшний день прерогативой действующей власти мирное урегулирование? И что надо сделать для того, чтобы Минские соглашения были выполнены, а на землю Донбасса пришел мир? То есть в Украине воцарился мир, мирное урегулирование и прекращение как боевых действий, так и противостояния, которое существует между неконтролируемой и контролируемой территорией Украины. И этому было определено основное внимание, потому что в Германии эта тема актуальная, и эта тема продолжает быть актуальной вот уже седьмой год. Это естественно.
Говорили мы сегодня об экономической и политической ситуации. К сожалению, у нас в стране сегодня и экономический, и крайне политический кризис происходит. Виновной в этом является действующая власть, которая профнепригодна, на мой взгляд, и профессионально не подготовлена для того, чтобы управлять страной. Я останавливался на вопросах внешнего управления. Я говорил, как необходимо сегодня что сделать, в том числе и представителям Европы, и Германии, и Франции, и других стран, для того, чтобы в Украине воцарился мир. Потому что это главная задача и актуальная задача как для Украины, так и для Европы. Потому что Европа по воле судьбы стала одним из той части мира, той части стран, а я имею в виду в первую очередь это Германия и Франция, которые взялись за урегулирование этого вопроса. И для того, чтобы понять природу этого всего, которое седьмой год, к сожалению, не может разрешиться, природа конфликта, природа противостояния на территории Украины, необходимо дать оценку действиям власти, что она делает сегодня, каким образом она поступает. К сожалению, я объективно дал оценку этим обстоятельствам, потому что владею, начиная с 2014 года, той ситуацией, которая сложилась. И я сказал, что подчеркнул, что то, что происходит сегодня в Украине, к сожалению, не вселяет надежду, что у руководства Украины, у господина Зеленского, его команды есть политическая воля на установление мира. К сожалению, после прихода этой команды к власти, в вопросе мира Украина не продвинулась. И это самое главное. Вот нюансы этих обстоятельств мы обсуждали. Безусловно, речь шла и об экономике, об энергетическом кризисе, который, к сожалению, сегодня снова в Украине, и многих других проблемах, в том числе и нарушение конституционных прав, действия, направленные против свободы слова, закрытие телевизионных каналов, репрессии и санкции в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц, которые являются незаконными и антиконституционными, судебная, внесудебная расправа над неугодными и теми, кто сегодня отстаивает другую точку зрения, которая является неприемлемой по тем или иным причинам для власти. Все это было предметом сегодняшнего очень живого, плодотворного и, я считаю, очень полезного обсуждения для того, чтобы довести все эти вопросы до представителей Германии и еще раз обсудить возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Ви згадали енергетичну кризу. Дійсно, запаси на електростанціях мінімальні, можливо, навіть відключена електроенергія. Раніше ці питання вирішувалися шляхом імпорту вугілля та електрики з Росії, а зараз вже Україна спалює всі мости. Чому вона так робить і як ми можемо зупинити цю енергетичну кризу, якщо це взагалі можливо? Вы знаете, но Украина, к сожалению, являлась и является импортно-энергозависимой страной. Почему? Потому что мы энергозависимы, в принципе, на 75-80% от других стран мира, в том числе и от Беларуси, и от России, и многих других. У нас не хватает для собственного потребления и обеспечения нормальных условий жизни наших граждан угля, у нас не хватает электроэнергии, у нас не хватает на сегодняшний день газа. И все, что происходит в стране, это как раз происходит из-за того, что власть является профессионально непригодной, которая не может найти пути разрешения этой ситуации. И вот здесь как раз мы когда обсуждали, я сказал, что программой нашей партии предусмотрено восстановление экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Это главный вопрос. Этот вопрос Украина должна решать в интересах своих граждан, не в интересах политикума, не в интересах политической воли или политических амбиций тех или иных слоев общества, которые представлены во власти, а именно в интересах граждан. И если сегодня происходит по всему миру, в том числе и в Европе, подорожание угля в 4 раза, подорожание газа в 10 раз, то Украина, с учетом своих очень низких финансовых возможностей, с учетом фактически остановки производства, промышленного производства, закрытия предприятий, невозможности финансово обеспечить себя энергоресурсами, должна исходить из ситуации, при которой искать выгодные пути. Пути прямых поставок газа, пути поставок угля по нормальным ценам, что может быть только в России или в странах СНГ. В том числе и решение вопросов энергетических и поставок электроэнергии. И поэтому, когда мы говорим, и в нашей программе нашей партии записано восстановление прагматичных,
выгодных для граждан Украины торгово-экономических отношений, мы исходим именно из этого. Потому что это единственный путь сегодня обеспечить энергетическими ресурсами, обеспечить нормальные условия жизни для людей в этот осенне-зимний период 2021-2022 года. Пока ситуация кризисная, она безвыходная, как мы видим, для власти, потому что власть не ищет и не предлагает пути выхода из этого кризиса. Наша партия это предложила и продолжает настаивать. Мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить наших людей и создать им нормальные условия жизни. Maybe just one remark. President Zelensky started with a big hope and big expectations. And he was not able to fulfill these expectations. And Viktor Medvedchuk said very right, the Ukrainian government should be serving the Ukrainian people, not the European Union, not the United States, but the Ukrainian people. And what the Ukrainian people wants, especially in Luhansk and the other regions, it's peace. It's a peace for Ukraine, peace for the whole region. And that should the government do. Ну что, все, наверное, да? Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, да. Спасибо. Забирайте. Вот, Вацлав Гавел Украины. Вацлав Гавел Украины, это сильно.